Здравствуйте! Новый месяц, новые впечатления. Впечатления от увиденного, услышанного и сказанного. Как это ни банально звучит, но встреча с прекрасным делает нас лучше. И таких встреч с искусством было в этом месяце немало. Сегодня моя соведущая – педагог Центра детского творчества Светлана Абаимова. Она не только талантлива сама, она раскрывает таланты юных трехгорницев. Светлана Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, а правда, что в Трехгорном много талантливых детей? Мы много лет уже занимаемся различными видами художественного творчества детей. И каждым годом, убеждаемся, уходят от нас взрослые дети, поступают в какие-то специализированные вузы, творческие, выбирают себе профессии. И каждый год мы открываем новые имена, и нас радуют дети своим талантом неиссякаемым, искрометным. Поэтому говорить о том, что наш город богат талантами, можно смело. В 11-й раз в городе прошел конкурс «Чтецов слова». Какова цель проведения вот этого поэтического соревнования? Цель у нас, конечно, в проведении этого городского конкурса не одна. Это приобщение детей и к художественному творчеству, к слову художественному, что сейчас не очень популярно вообще в стране в целом, да. Этот жанр у нас сохранен в городе, и мы его развиваем. И есть прекрасные результаты. Каждый год дети нас радуют своими выступлениями и прочтением классических, и не только классических, современных произведений поэтических. Любители и почитатели художественного слова собрались в Центре детского творчества. Здесь проходил городской конкурс «Чтецов слова». Почти 40 участников соревновались в выразительном чтении. Творческий конкурс проходил в 11-й раз. Его участники читали стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне, стихи местных поэтов. Организаторов конкурса не может радовать то, что с каждым годом участников становится все больше. Каждый участник голосом, дикцией, интонацией, тембром, шепотом, возгласами старался передать настроение, донести смысл произведения. Пусть жизнь сложна, пускай порой сурова, и все же трудно попросту понять, что слово «мат» идет от слова «мать», сквернейшее от самого святого. Неужто вправду за свою любовь, за то, что родила нас и растила, мать лучшего уже не заслужила, чем этот шлейф из непристойных слов? Но как позволить, чтобы год за годом так оскорблялось пламя их сердец и сквернослов всяческого рода? Пора сказать сурово, наконец! Бранитесь или ссорьтесь, как хотите, но не теряйте звания людей! Не трогайте, не смейте, не грязните ни имени, ни чести матерей! По итогам конкурса определились 9 лауреатов. Их наградили почетными грамотами и призами. В начале декабря молодежь собралась на акции «Дай себе шанс». Рок против наркотиков. Вот мое мнение, что это абсурд. В нашей программе были не только рок-группы. В программе принимали участие клубы спортивные, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Также принимали участие другие творческие коллективы и гости города. Томми Сойер, Номен, Инквизитор Блуз. Концерт с участием этих музыкальных групп собрал полный зал. Все с нетерпением ждут начала. Рок-концерт – это не просто праздник модной музыки. Это способ привлечь внимание к актуальной проблеме. Я был здесь первый раз. Мне очень понравилось. Очень хорошая пропаганда. Жизнь без наркотиков – полноценная жизнь. И успешен только тот, кто ведет здоровый образ жизни. Чувствуешь, пахнет весной, сказка нас.
открыть театральный сезон. Оперетта «Мистер Икс» в исполнении московских артистов собрала полный зал Дворца культуры «Икар». Почему у нас так любят театр? К сожалению, у нас нет профессионального театра в городе. И мы живем в достаточно замкнутом пространстве. Но каждый приезд любого из театров, который к нам приезжает, это, конечно, событие в культурной жизни города. И поэтому для нас это всегда большой праздник. Я думаю, что жители города на самом деле очень культурные люди, и поэтому театр, ну, это неотъемлемая часть как бы культурной жизни любого города. Место действия Париж, главный герой француз, мистер Икс. Именно под таким загадочным псевдонимом на сцене появляется главный герой. О любви светской дамы и циркача с романтической тайной в прошлом рассказали артисты Московского театра. Всегда только в маске выступает в цирке загадочный благородный мистер Икс. Никто не знает его настоящего имени. Тщетно пытается познакомиться с ним молодая богатая вдова, уже не раз отказавшая во внимании знатному барону. Чтобы разгадать мистера Икса, барон устраивает помолвку молодым людям и вдруг узнает, что невеста согласна называться принцессой цирка. И жених – таинственный мистер Икс. Горожане тепло встречали столичных гастролеров. И хотя сюжет давно всем известен, зрители переполняли эмоции. Весной мы ходили на спектакль «Фиалка Монмартра». Нам очень понравилось, поэтому мы решили, что стоит и в этот раз посмотреть. У нас не так часто сюда кто-то приезжает, чтобы жалеть о времени. Сколько приезжать, столько надо приходить, потому что иногда можно попасть на такую... Артисты говорят, что для хорошей игры в маленьком городе больше возможностей. Когда мы работаем в больших городах, а естественно, когда уже своей сцене, мы все живем. Вы в доме и на работе. Вы бежите быстрее домой к ребенку, к мужу. А здесь бежать нет. Мы в гостинице. Поэтому, естественно, не торопясь, отдаем все, что мы. Зритель в «Трехгорном» тоже другой. Мы видим зрителя, который не искушен, не избалован. И нам хочется подарить им то, что мы можем сделать. В Москве мы многого не делаем. Что такое Москва? Надо выскочить, залететь в метро, заплатить несчастные 20 рублей, потом доехать до Бирюлёва, Беляева, там, Бирюлёва и так далее. И еще 3 остановки, 4 остановки, стоять на автобусе. Люди спешат, люди темп, все другое. Рискованного номера мистера Икса на трапеции под куполом цирка на сцене не было. Но захватывали дух внутренние переживания и взаимоотношения главных героев. Бурными овациями трехгорницы благодарили актеров за прекрасную игру.
любят не только дети, цирк любят и взрослые. Потому что цирковое представление – это всегда шоу, это всегда зрелищное мероприятие. Вот как вы считаете, цирк – это все-таки больше искусство или это просто развлекательный какой-то жанр? То, что мы видим в готовом варианте уже на арене цирка, конечно, это мастерство, это талант, это все те составляющие, которые являются частью искусства. Жонглеры, женщины со змеей, клоун Фунтик и Человек-паук. В трехгорной цирковой программе приезжал пензенский цирк. Цирк – это веселье. А какое веселье без клоуна? Любимец детей клоун Фунтик развлекал мальчишек и девчонок. Не бойся, он не кусается. Он парень хороший, дрессированный. Анатолий Петухов в цирке более 30 лет. Вначале был канатоходцем, позже стал юмористом. Есть расхожее мнение, что дети – самые благодарные зрители. Но Анатолий говорит, что взрослых развеселить проще. Ну и у клоуна бывает настроение не самое хорошее. Много нюансов. Публика бывает тоже так, ну, скажем, как бы это, тяжело, как у нас говорят, что ли, это. Это когда с разных вот приводят, они друг друга не знают, они сами по себе как бы замкнутые сидят. Поэтому тяжело раскачать публику. Всегда быть в хорошем настроении – это работа клоуна. И у него свои секреты, как жить с улыбкой на лице. Бывает, поругайся, то все, ну, отойдет, и все, дальше работаешь. Не без этого. Ну, улыбку, и пошел, что сделаешь? Еще ничего не сделаешь, надо идти работать. В жизни всякое бывает. В программе циркового представления номер Человека-паука. Любимый сказочный персонаж совсем как настоящий. Призвание – развлекать окружающих. Но каждое выступление не может быть удачным. Успех зависит от многого. От самочувствия артиста даже зависит, правильно? Для того, чтобы отработать хорошо, нужно элементарно нормально себя чувствовать. Вот. Бывают там какие-то срывы, естественно, не без этого, потому что там кто-то предметами бросает. Невозможно постоянно работать чисто, как мы говорим, да, и не ронять там хотя бы предметы. Но, наверное, главное, как это все преподнести и обыграть. Вот и все. В следующий раз встретимся в новом 2009 году. Добра и счастья вам и вашим близким. Пусть все невзгоды останутся позади, потому что мы умеем летать. У нас есть крылья творчества. До свидания.